Двигатель 2,4 бензиновый, 187 лошадиных сил, автоматическая коробка передач. Передний привод. Машина 2015 года выпуска. Задние фонари. Внедрил желтые лампочки в место, где было возможно. Провода поворотов берем с разъема над левой ногой водителя. Стоп берем с разъема на стопе задней полки, найти в косе не получилось. Повороты нормально подключил, все окей, стопы пришлось подключать через реле, так как ругалось на завышенную нагрузку. Плюс взял с модуля ручника, он стоит сзади на левом крыле, точкой обманки не вешал, поставил пока просто лампочки, пока не куплю резисторы. Смена приборной панели. Покупаем новую, снимаем старую, на ее место ставим новую, подключаемся альфой, меняем в конфигурации автотип дисплея, конфигурируем прокси и радуемся. Пороги с подсветкой. Качество исполнения довольно неплохое. Подключил от плафона освещение, дверь открылась, загорелись, разъем справа в торпеде цвета проводов на фото, синий плюс, минус коричневый, от левого порога лежим провод к правому, провод от порогов лежим под уплотнитель, немного разжав его, обязательно обезжириваем поверхность и клеим. Установка в круг заняла 30 минут с выяснением, куда что подключать. Светит нормально, ночью еще не смотрел, думаю, будет и преддверную территорию освещать. Дверь закрывается нормально, не трет. Холод/тепло галерки или обдув задних пассажиров. По сути, все просто. Откручиваем два болта в конце шахты ключом на 10 и в начале под переключателем ключом на 8. Переключатель снимается, просто стягивать вверх, потом еще небольшая накладочка. Оттягиваем немного в сторону задней сидушки. В начале консоли есть большой разъем и разъем прикуривателя. Все сняли. Приступаем к монтажу, вырезаем отверстие в корпусе печки, одеваем длинный воздуховод. Я прикрутил их двумя саморезами, чтобы лучше держалось и плотнее сидело. Все, теперь собираем назад.
установка обогрева руля и сидений. Итак, нам понадобится руль с подогревом, улитка с наличием контактов и проводов, шлейфа для подогрева, сиденье с подогревом. Блок комфорта для подогрева стоит у пассажира под сиденьем. Разъемы желательно в существующей фишке, и если нет, то можно отдельно купить любые понравившиеся мама-папа, их нужно будет в районе 10-15 пар и пара оригинальных контактов в разъем улитки для включения подогрева руля. Русификация AirConnect 8,4 Harman. Посчитав, что цена на рынке за данную услугу неприемлемо дорогая, занялся сей процедурой сам. Так что теперь кому нужно, обращайтесь, сделаем дешевле рынка. Русские четные станции, навигация 2020-го, если нет навигации, можно активировать. Передняя камера. Капот длинный, сижу низко, захотелось передней камеры, порылся, нашел как сделать, теперь к русскому предлагаю активацию видеовхода, который при движении не выключается. Можно камеру переднего вида нацепить, можно и видеоплеер поставить, все включается в штатный разъем. Питание для нашей камеры можно взять от блока климата, розово-желтый провод плюс и черный, или от прикуривателя. Штатные парктроники в штатное место. Много кто скажет, зачем они надо, есть камера, тогда проходите мимо, да есть еще китайские универсальные, но это не наш метод. Итак, нам понадобится 4 парктроника, 4 крепления для парктроников, ищем сбитых бамперов, на Али найти не получилось, блок только задних парктроников, проводка для всего этого, за нее просили много денег, на Али купил разъемы и собрал сам. Это на датчике, а в сам блок 2 разъема я нашел на старой проводке джипа на разборке.